На Сахалине проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сегодня ученики из разных школ островного региона попробовали свои силы в английском языке. Всего к участию заявились больше 70 ребят, практически поровну из всех районов области. Ранее у них уже состоялся устный тур. В этот раз перед школьниками стояла более глобальная задача. Сегодня у них работа, можно сказать, над проектом. То есть они готовят в течение 15 минут задания, которое мы до сих пор не знаем, они только придут в 2 часа. И в парах будут с различных сторон защищать это задание. Победители регионального этапа отправятся на всероссийский тур. Там лучший из лучших получит право поступить в интересующий его вуз без вступительных экзаменов. В прошлом году призерами от островного региона стали сразу трое школьников.